Ну что ж, дорогие друзья, вот этот фон, который я нарисовал. Так, сейчас мы его вставим в рамку. Чего не хочет? Клипсы у него посадим. Надо попасть в те отверстия, которые для этого были предназначены. Так. Ох. Ну вот там это примерно, да? Вот луна такая большая. Сейчас мы прицепим сюда. Так, мы будем иметь представление о том, как это будет выглядеть, хотя тут еще вот так. Так, я вот думаю, что первым бегемота или же Или же дерево. Я думаю, первое должно быть дерево. Все-таки. Так. Надо вспомнить, какую сторону оно было, где эти шурупчики. Сейчас найдем. Сейчас парочку прикрутим. Дерево уже встанет более-менее. Так. В принципе, как угадать? Вижу отверстие. Вижу ориентир. Пол. Я вижу цель, я вижу ориентир.
и не падает. И встал дерев на свое место. Так, вот тут я вижу. Вот тут. Ух ты, пролетел. Да, блин. Ты смотри. Пролетел. Примерно, да? Тут все нормально, вот тут. Я смотрю, не очень. Тут надо прикручивать. Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Порон такого. Интересно. Так. Еще один сурупчик. Краской все позабил. Ха-ха-ха, это просто все.
Он говорит, я вас пока отключу, начал. Я сейчас буду материться. Так, ну теперь остался носорог. Ну, он крупный, не ломкий, такой, как деревья, да? Поэтому я думаю, с ним будет проще. Сейчас я уже два шурупа загнал. Сейчас еще раз сделаю. Прижмем тут. Есть. Ну, никуда не денется. Ну и что я еще заметил, у меня блестящие получились эти деревья. Это потому, что я использовал вот эту пшикалку. Она блестящая. Поэтому, чтобы не было, я решил акриловой краской еще раз пройтись по этим местам блестящим и убрать этот блеск просто-напросто. Так он лучше будет смотреться. Главное, чтобы фон не затронуть. Сюда. Так все, в принципе, нормально, хорошо получилось. Так. Ну и сейчас надо дать высохнуть. И уже тогда начать лепить сюда вот эти вот листочки. Это я сделаю сейчас, наверное, посветлее будет немножко. Так. То есть, вот тут пришло, здесь. Вот это место не буду пока трогать. Ну, да. Сейчас поглядим, как это будет выглядеть. Маленький я не буду тут приклеивать. Я думаю, что это вообще в последнюю очередь надо делать. Когда я тут уже все соберу, тогда, наверное, ну, парочку прицепить не мешает. Чтобы хотя бы впечатление было, как оно будет смотреться. Thank you.
Ну вот, в принципе, создан фон, дерево, листочки. У меня их много, так что будем лепить, куда только заблагорассудится. Но почему я сейчас не хочу это делать? Потому что, ребята, вот здесь внутри будет находиться, вот в этом месте, будет находиться, по-немецки это Baumhaus. А по-русски не знаю, но дело в том, что это то, что я всю жизнь с детства мечтал, то есть иметь на дереве собственный домик, куда я залазил, играл свои игры. Ну, мы все родом из детства, да? Поэтому я пока не буду это делать. Я знаю, что мне нужна вот сюда еще птица. Вот сюда нужна, вот здесь будет сидеть птица. Вот. Возможно, здесь будет еще одна. Или вот тут сзади, нет, сзади нет. А вот здесь, наверное, будет еще одна. Я не знаю. Пока я вот думаю. Вы знаете, этот проект у меня такой думающий проект. И все здесь выглядит довольно-таки неплохо, на мой взгляд, получается. Ну, теперь вы уже примерно знаете мои все желания. И как это, пока оно не закончено, естественно, да? Вот, может быть, здесь какой-нибудь гриб будет, боровик, а то и два. Вот, там трава. Не знаю. Думаю. Я подумаю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья. До следующих встреч. Пока.